Всем привет, дорогие друзья! Играем в Dead Dying Light. Как-то так игра называется. Так, ладненько. Попытаемся мы сегодня выжить. Ух ты, ангар непонятный, блин. Дом не дом. Генератора я тут не вижу. То есть он где-то должен здесь быть поблизости, но его нету. Это печально. Так, тихо. Птицы еще, блин, спугивают постоянно. Вон я вижу, где ходит. Так, ладно, ну хотя бы большой его видно. Так, давайте куда-нибудь. Что? А, вот генератор. Он, правда, такой незаметненький. Так, я успел. Так, вроде пока спокойно, ребята. Давай, быстрее, быстрее. Я вижу, он вот там где-то гуляет сзади. Видели, как я его обдурил? Мне уже почти показывало, что меня он пропалил. Но я его раньше увидел. Все, на шифте только. Вон он бродит там. Тихо, тихо, тихо. Значит, нам в параллельную сторону надо идти. Один генератор, ребята, один остался. Давайте прямо у выхода будем стоять, спрятавшись где-нибудь вот тут вот. Сейчас вот кто-то должен открыть... доделать генератор, ребята. Ух, напряженка, блин. Давай, последний генератор включите кто-нибудь. Я дверь открою и уйдем все. Все. Чё-то, ребята, как-то просто. Я думал, мы все выберемся. Твою мать, как я испугался. Я думал, что это враг бежит. Бежали, Карл, побежали. Тебе не надо перебинтовать. Шли спасем, что ли? У меня фонарик есть. Глупо, наверное. Это очень глупо, ребята. Это как в фильмах. Это очень-очень отвратительно. Лола, он выполз, что ли? Или это забор такой идет тут?
Один убежал, отлично. Так, нашли друг друга, отлично. Жесть, жесть. Давайте. Главное, чтобы он у выхода не стоял. За телка-то побежала, я не пойму. Давай, чувак, 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 чувак. Мы сможем, я это знаю. Все, валим. Теперь со спокойной совестью можно валить, реально. Вроде никого нету. Фух, мы все, ребята, нулевые. Меня вообще даже не заметили. Давай, побежали. Изи. Давайте посмотрим. Там одна еще осталась почему-то. Я не знаю, что она пытается сделать. Слушайте, бегает быстро очень, реально. Куда бежит, непонятно. Там выход был, вот, видели там? Я бы ее заметил, если она так бегала бы. Реально, что пытается сделать? Выбежала бы давно. Ол, да не та дверь, но можно было другую дверь. Все выбрались почти без единой царапины. Ну, по крайней мере, так получилось. Мы отхилили друг друга. Видели, на секунду он там пробежал сбоку. Здесь специально ножок приключений ищет. Будет прикол, если в самый последний момент тяпнет и заберет, и на крюк посадит, и все. А так получилось весьма неплохо. Давай, вали, вали уже. Убегай. Хочет подождать маньяка, зачем? Смысл от этого? Вот в фильмах то же самое всегда. Вот обычно в фильмах как бывает? Возвращаются за одним человеком и все там умирают. Но тут, к счастью, такого не произошло. Все выбрались. Все. Что же ты будешь делать? А он, знаете, он, наверное, на других воротах стоит просто. Скорее всего. Ладно, ребят, не будем ждать, в общем. В общем, мы выиграли прям в чистую. Подписывайтесь на канал. Это я его слышу или кого? Как будто кто-то бежит. В общем, блин, ну я хочу глянуть на развязку, все-таки убежит или нет. Кто-то там бегает, я слышу. Ну же. Ну же. Это как в фильмах ужасов, ребята. Мне кажется, он с другой стороны стоит на другой двери и все, и ждет. Ладно, ребят, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и увидимся. До скорых встреч. Пока-пока.